all I do. Девчонки, всем привет! В этом видео я хочу сделать обзор на некоторые продукты, которые мне были подарены. Но я приболела, и получается так, что я не знаю, когда я и выложу это видео, и снимаю пока еще, могу разговаривать нормально. Я и так через нос разговариваю, но чувствую, что скоро будет вообще трындец. Я вот наложила на себя тонну косметики, чтобы зашлифовать все то состояние, которое у меня сейчас есть, дабы снять видео, потому что это видео я уже хотела снять давно, но никак не могла, никак не получалось у меня, вернее, то нехватка времени, то я забываю про это видео. Я даже снимала обзор на эти продукты, но ничего у меня не получилось. В принципе, получилось, но как-то время прошло, и потом мне не понравилось то, что я там говорила. В общем, я удалила это видео успешно. Сейчас хочу снять уже окончательно, как получится, так и получится, потому что затягивать я не хочу, потому что есть еще один запрос, который просила меня Юлечка Вятская снять по поводу ухода за моими волосами. Я сниму обязательно, я помню о твоем запросе. А сейчас я хочу вам рассказать, ну, в принципе, сделать обзор на вот эти вот три средства. Это средства по уходу за волосами. Это серия у нас от Schwarzkopf Benacur. Очень хороший запах у этой всей серии. Мне очень он понравился. Какой-то такой ванильный, молочный, какой-то йогуртовый, пряный в то же время. В общем, мне отдает конкретно ванилью. Эти три средства мне были подарены на день рождения еще. Я сначала ими не пользовалась, потому что у меня как бы есть чем пользоваться. Вот. И периодически, где-то уже ближе к Новому году, я начала их использовать очень редко, совсем так, можно сказать, раз в неделю, там, раз в две недели. Но хочу сделать обзор, не хочу оставить это как бы безнаказанным, можно так сказать. Потому что, в принципе, эти средства заслуживают обзора. И сейчас расскажу о каждом продукте отдельно. Здесь у нас представлена шампунь для волос, потом маска для волос и спрей. Шампунь у нас идет, сейчас скажу, 250 мл. Вот такая вот бодейка. Потом маска для волос 200 мл и спрей для волос тоже 200 мл. Что хочу сказать? Давайте, наверное, по порядку начнем. Давайте я вам расскажу про шампунь. Шампунь очень густой консистенции, он очень концентрированный, потому что хватает буквально капельки для того, чтобы вспенить ее в руках и, соответственно, нанести на волосы. Забыла сказать, эта вся серия направлена на сохранение цвета волос. В основном это для окрашенных волос, так как сохранение цвета, соответственно, нужно окрашенным волосам, либо блондинкам, брюнеткам, неважно. Те, кто хотят сохранить подольше цвет волос свой, ну, окрашенный цвет волос. Шампунь справляется со своими функциями хорошо, промывает кожу головы хорошо. Я промываю этим шампунем два раза, так же, как и обычно. Мне хватает с помытой головой походить дня три. На четвертый день уже критическая ситуация, нужно мыть голову. После того, как я промываю голову этим шампунем, получается, волосы сразу же становятся какие-то мягкие, но мягкие, они становятся неестественно мягкими, не так, как вот вы, к примеру, там, органическим шампунем каким-то моете голову, а именно вы чувствуете вот какую-то силиконистость. У меня никогда не было с другими шампунями, которые тоже с силиконами идут, я никогда не ощущала на волосах силиконы на ощупь.
с этим шампунем я ощущаю, что волосы мягкие, но не по-натуральному, не такое ощущение, как будто что-то из этого шампуня остается на волосах, обволакивает их, и, соответственно, я вот это вот средство какое-то, я не знаю, ощущаю на волосах. Но забыла вам сказать, что эта вся серия очень дорогая. Один вот такой вот спрей стоит 80 чем-то гривен. Поэтому я даже не знаю, советовать кому-то я не могу, потому что у каждого разный бюджет. Но если у вас позволяют деньги, то в принципе вы можете приобрести что-то из этой серии. Так, и перейду к маске для волос. Здесь ее 200 мл, и на мои густые волосы ее хватает, я думала в принципе, что хватит ее ненадолго. Вот такая вот слегка розоватая консистенция, очень густая довольно-таки. Как здесь заявлено в инструкции, она у нас находится вот на донышке, здесь заявлено, что маску нужно держать 5-10 минут. В общем, я первый раз попробовала 10 минут подержать. Как-то не особо я увидела какого-то эффекта на своих волосах, чтобы они были гладкие, к примеру. Даже после применения шампуня волосы становятся намного мягче и более гладкие, чем после маски. Меня это, конечно, удивило, потому что серия заявлена как профессиональная. И я решила в следующий раз подержать эту маску подольше. Держала и полчаса, час, полтора часа, бывало 2 часа, когда забывала, что у меня на волосах маска. В общем, эффект, в принципе, тот же самый, что и 10 минут, только волосы становятся чуть мягче. Маска, конечно, мне не очень понравилась, но в довесок ко всему вот этому, вот шампунь, маска, если использовать это все вместе, то запах на волосах остается намного дольше. Он держится где-то 2 дня. Мне это настолько нравится, этот запах очень такой офигенный, мне много делали комплиментов, когда я пользовалась именно вот этими средствами, потому что запах оставался на очень долго. У меня не было ни одних каких-то таких шампуней, маск, от которых запах на волосах оставался бы надолго. Так что чисто из-за запаха, да, маски, но именно для чего-то такого я не советую. Но вот эта вот вся серия, ну, в довесок еще со спреем, хорошо сохраняет цвет. Я, конечно, с этим согласна, потому что у меня, кто следит за мной, кто смотрит меня, вот видно у меня сейчас, это мой цвет волос, и внизу у меня окрашенные волосы, которые были окрашены давно, в общем-то. И вот этот цвет очень яркий становится после применения этих продуктов. Он очень насыщенный и блестящий становится. И перейдем к спрею для волос. Это самый такой любимый продукт, который мне понравился из этого всего, что я вам показывала. Здесь тоже написано для сохранения цвета. Он идет у нас двухфазный. Здесь у нас идет водичка, как вам показать, вот видите, водичка, здесь идет уже именно как бы масла, наверное, какие-то, я не знаю, в общем, какая-то добавка. Его нужно перед применением взболтать, и у нас получается вот такая вот жижа розовая. В общем, чем он мне понравился? Тем, что даже после применения спрея, неважно каким шампунем, какой маской вы до этого пользовались, с каким даже запахом, после применения этого спрея запах на волосах такой же, как и у всех этих продуктов, остается на 2 дня, это точно. Ну, 1,5 дня это как минимум. Хотя я чувствовала на волосах, вот когда первый раз попробовала, 2 дня. Этот спрей также сохраняет цвет, придает блеск, больший блеск, чем после маски.
Ничего такого, в принципе. Еще раз скажу, что из этой всей серии мне понравилось только то, что офигенный запах у всех продуктов. Все. Шампунь можно найти и в других марках, довольно-таки бюджетные, которые справляются со своими функциями не хуже этого шампуня. Маску можно найти и получше. Спрей-кондиционер, он даже не с термозащитой идет какой-то, просто придает блеск, сохраняет цвет волос и офигенный запах. Поэтому зачем платить 80 с чем-то рублей тупо из-за запаха? Это, конечно, минус всем этим продуктам, что они посредственные. Они такие же, как и все остальные, многие продукты похожи на них. Или они похожи на многие другие продукты. Но так как это был подарок, я, конечно, была рада попробовать. Я и попробовала. Советовать никому не буду, просто хотела сделать обзор, чтобы вы знали, что это за продукты. И что меня еще порадовало, это этот весь комплект шел вот в такой вот косметичке. Это дорожная косметичка, она так на бантик завязывается. И сейчас я вам покажу, как она выглядит. Мне она очень понравилась, я думаю, все знают, как выглядят косметички, но... Просто сделаю такой мини-обзорчик. Она вешается, ну, можно вешать ее на такой крючочек. Здесь у нас отделение такой вот, сеточка идет на замочке. Здесь такой клеенчатый отдел идет, чтобы видно было все продукты. И здесь у нас идет сама косметичка. Вот такая вот она широкая. Это ее дно. В общем, я довольна косметичкой, потому что в дорогу она очень-очень бы пригодилась, и она мне пригодится еще не раз, я в этом уверена. Что хочу сказать, качество косметички, конечно, на высшем уровне, вот здесь написано Schwarzkopf, я не знаю, это ихнее именно производство, или они просто работают с производством каких-то таких аксессуаров. Но мне понравилось качество, потому что нигде ни одной ниточки не торчало. Мне понравилось то, что она выполнена не такая, знаете, вот материя, как тряпочка идет, а именно вот такая вот упругая материя какая-то, такая даже напоминает мне плащевку какую-то. В общем, смотрится она неплохо. Вместительность у нее неплохая, я уже ее проверяла. Довольно-таки много продуктов сюда вмещается. Как уходовых, так и декоративных. Так что я довольна, в принципе, этим подарком. Но средства вот эти вот уходовые я не буду приобретать. В общем, девчонки, вот такой вот был обзорчик. Я надеюсь, вам он понравился, был понятен. Если есть какие-то вопросы, может быть, по продуктам, может быть, просто какие-то вопросы, задавайте их внизу в комментариях, буду очень рада почитать. Заходите также в мою группу ВКонтакте, я буду очень рада вам. Всем удачи, до новых видео и пока-пока! We'll be right back.